не могу до дома дойти. Дома надо готовить, я хочу есть. Зашла тут в местную забегаловку. Она на углу у меня прям находится. Заказала тавук тантуни, сейчас принесут. То, что дома пока дойдешь, пока приготовишь, ну нафиг. Посижу, поем. Здесь всегда много народу. Айран приборы мне уже принесли. 60 лир. Вот это вот. Посмотрим сейчас, что принесут. Мне? О! Так, готово быстро. О! Шикюр дарим. Посмотрите. Посмотрите, принесли. Уже принесли. О, и курица так порядочно. Курица порядочно. Слушайте, и огурчики. Это что, конфета? Шокомель. Конфета. Посмотрите, как прекрасно. Вот, тавук тантуни за 60 лир. Ну и плюс айран, наверное. Приятного аппетита, мои хорошие. Вот, столба стереть. Буду кушать руками, поэтому салфетка влажная. После денег, после всего. Как нельзя лучше. Как нельзя кстати. Обеззаразить руки. Очень хорошо. А потом приготовлю. О чем мне? Красивой женщине. Так, ой, выдернула вместе. Трубка для айрана и вилка. О! О! Так, днем по-другому. Вот так. Все, сейчас попробуем. Как это там, тавук тантуни? Здесь всегда много народу. Это Турция, один кап. Не сухой. Очень хороший. Ну, я довольна. Нормально. Нормально. Не пожалела, что взяла. Очень вкусно. Да,
А ты иногда есть хочешь? Это мой еще полноценный прием пищи первый. Только кофе выпила. Без бутерброда. Отвлекли меня. Это капуста. Это не может быть вкусно. Здесь всегда народу много. Всегда. Мне про это место? Знаете, кто говорил? Квартирант жил в 19-й квартире, Андрей. Когда я только приехала в Турцию. Пальчики облизу. Салфетки есть. Я вас облокотила, телефон на салфетнице. Неужели это конфета? Ага. Всю конфету дали. Прикиньте. Ой. Зефирка. Юлькер. Фирма хорошая. Кстати, когда перцы ешь, всегда потом нос, это, знаете, сопли бегут. Очень вкусно. Я прям довольна, так поела. Все плохо-то. Объедение. Реально очень вкусно. Я довольна, что зашла. Ну все, пока. Домой пошла.